Друзья, привет! Вы на семейном канале. Сегодня у нас очередной челлендж. Денечка, у нас сегодня челлендж очередной. Знаешь, что мы будем делать? Мы сегодня будем читать по губам. Ну не просто, вот один надевает наушники, другой что-то говорит. Говорит там 5 слов или 5 словосочетаний. Побеждает тот, кто больше по губам угадает. Давай будем. Знаешь, на что обречен проигравший? Он будет ходить вот в этих вот больших наушниках целый час и слушать музыку победившего. У нас с мамой разные вкусы, поэтому я какой-нибудь скрилок закажу, а мама какой-нибудь поясима. Давайте так, у нас минута на то, чтобы угадать. Я еще буду секундомер запускать. Так, минута на что, на все? Нет, ну не на все, на одно словосочетание. Минута. Так, ты готова? Угу. Старт. Ну все, мам, начинаем. Давай. Первое слово или словосочетание. Стоп. Красный негр. Еще раз. Когда нажмешь на стоп? Я сказал красный негр. Повторить? Повторить? Красный негр. И у тебя еще есть 30 секунд. 30 штук? Красный негр. Красный? Так. Негр! Красный цвет? Нет. Диня, это красный что, нос? Нет, красный. Красный а теперь ребенок подсказывает. Красный лего? Нет. Красный негр. Красный лего? Нет. Мам, ты не успела за минуту. Это был красный негр. Денис кричал красный негр? Да, Денис кричал красный негр. Красный негр! Давай, второе слово. Поехали. И сейчас маме не подсказывай, это слишком просто. Тучка. Да, да. Третья, давайте, поехали. А, готова? Давай. Кабинета! Вентилятор. Тихо играла, да? Ты слышала? Ну? Что-то для ног? Каминятор! Вентилятор! Каминятор! Едини, не красный негр! Вентилятор! Вентилятор? Как ты догадалась? Каминятор! Мироздание! Каминятор! Мироздание! Давай по буквам, Дин, давай попробуем вместе с мамой. Ми-ро. Ничего. Я еще не закончил. Мироздание. Что? Ми-ро. Посмотри на меня. Я не знаю. Тихо-тихо-тихо, мы с тобой секундомер уроним. Мироздание. Песочница? Что? Денис, мама сказала песочница. Мироздание. Мироздание. Пирамида? Нет. Мироздание. Пирожочек? Пирамида. Пирожочек и мироздание – это разные слова. Все. Это было слово мироздание. Мне показался пирожочек. Рожь. Дождь? Нет. Лошадь? Лошадь. Очень длинное слово. Рожь. Корж? Ну, проистекает оттуда. Лошадь!
Рожь. Рожь? Да. 27 секунд мама уложилась. Рожь. 35. Но мне будет сложно, друзья. Теперь мама будет меня включать и... Так, первое. Нажимай. Еще нажимай лучше. Yes. Коммуникация. Муха? Муха-цокотуха? Коммуникация. Коммуникация. Амур-дарья? Денис, подскажи папе громко, папе подскажи. Коммуникация. Коммуникация. Амур счастье? Денис, не бесись. Коммуникация. Гармошка! Нет. Гармония! Коммуникация! Гомункул! Коммуникатор! Коммуникация! Вот, да. Я угадал, успел, нет? Да. Средневековье. Боров. Средневековье. Флюорография. Фотография. Средневековье. Многовоние. Средневековье. Дэвид Духовных. Средневековье. Дядя Сережа. Так, перекос у нас. Что? Повтори еще раз. Средневековье. Много свиней. Нет. Средневековье. Дэвид Духовный уже было. Средневековье. Средневековье. А ты услышал, наверное. Я тебя, мама, клянусь, не слышал. Точно? Я букву С услышал. Звук. Хорошо, ладно. И третий. Я готов. Поехали. Формула 1. Вибропласт. Формула 1. Волчий наст. Формула 1. Вот. Большие сиси. Формула 1. Формула 1. Картонная коробка. Чупакабра. Картонная коробка. Норка крота. Картонная коробка. Что у тебя внутри? А что у меня внутри? Картонная коробка. Какая-то жопа? Нет, картонная коробка. Еще раз. Картонная коробка. Агар-агар? Картонная коробка. Психоробот? Картонная коробка. Какая-то коробка? Да. Еще раз, можно? Картонная. Картонная коробка? Да. Стиральная машина. Еще раз. Стиральная машина. Какая-то шина. Стиральная машина. Грязная шина. Стиральная машина. Машина. Поливальная машина. Нет, еще раз. Стиральная машина. Стиральная? Ну да, как бы стиральная машина. Что, я угадал? Да. Сколько? Че, сколько? Все пять? Видимо, да. Это было интересно играть, ты, наверное, послушаешь. Я ни в коем случае. Как я могу послушать? У меня музыка играет так же, как у тебя. Слышу громкость. Тебе еще и Денис подсказывал, а мне, между прочим, видишь, ему надоело, он бежал. Друзья, ну а сегодня папы wins, мама целый час. О, господи. Слушает. А что, кстати, нормальный трек играл. Между прочим, пускай это будет скиллет целый час. Друзья, ну а с вами был семейный канал, впереди еще много различных челленджей, а сейчас мы с вами прощаемся, до новых встреч, пока!